И всем привет, ребята, у микрофона Вася, и сегодня нам надо будет перегнать VL10 круглофарой в депо, вот. 875-й, и переходите в VL10-504 и уезжайте в депо, как принято. Да, хорошо, перехожу в депо в VL10-504. Вот такой вот у нас красивенький выльничек. Давайте сейчас у него зайдем. Возьмем вот сейчас ключик, чтобы открыть данную дверочку. И давайте откроем эту дверочку. Ой, давай открывайся. Что-то не открывается. Ай, вот, нормально открывается. Давай. Во, открылось, нормально. Давайте закроем дверочку, чтобы, если что, никто в кабу не пролез, а то это будет как-то, ну, не очень. Открываем дверь. Садимся в кабу. Так, ну давайте включать. Откроем форточку, чтобы хотя бы малейшее проветривание было. И давайте. Так, и приемнички мы подключаем. Поднимаем. Так. Вот таким вот замечательным образом у нас поднялись так и приемники. Дальше надо подключить все АЗ управления, плюс надо включить буферные фонари и прожектор. Надо, ну и мы, в принципе, сейчас вот открыли дверочку, чтобы, если что, можно было выходить. Так, сейчас у нас должно уже быть проверено, подаем два бутка, два коротких, и сейчас будем уже подключаться. Дежурный депо 808, ой, VL10-504, отправляемся в депо. VL10-504, принято, отправляйтесь. Все, можем отправляться вот таким вот замечательным образом. Здесь, в принципе, только на один путь установлена электрификация, второй создан для тепловозки. Кстати, смотрите, какая там старая танка стоит. Ну, здесь такой мини-городочек. Так. Машинист 504, заходите на стрелку и менять кабину. Как принято? Да, хорошо, захожу в стрелку, меняю кабину. Так, давайте уже тормозить таким замечательным образом. И уже будем менять кабу. Так, ну тормози, ты выла. То ты его расчегаришь, и потом вообще не затормозишь. То ты его... Давай. Так, надо сейчас выключить все буферные фонари. И... мы можем, в принципе, переходить в другую кабину. Два раза погудели. Все, можно закрыть тоже эту дверку и пойти в другую кабину. Благо, это достаточно легко сделать. Так, вот тут у нас надо открыть дверочку. И включаем все узлы управления. То есть буферные фонари, прожектор. Все включили. Пантографы подняты, два коротких гудка, и можем, в принципе, убирать тормоз и отправляться. Так, отпускаем тормоз вот таким замечательным образом. Машинист 504, запрос на отправление. Да, можете отправляться. Ох, что-то слишком мы... только даже диспетчер не успел дать запрос на отправление, как уже мы стартанули. Да. Ладно, едем. То есть у нас Канташка уходит на второй вот этот вот отстойник, куда выльники загоняют всякие. Десяточки могут даже 24К иногда загнать. И вот там, где тепловозка, загон, тоже есть такая мини-загоночка. Вот. Но говорят, что скоро уже и второй путь будут электрифицировать. Мы на это очень надеемся, потому что, ну, все-таки мы сможем не только по одному пути гонять. Хотя тепловозы могут и по второму гонять, где электровозы гоняют, но... ладно. Так, подаем гудок, что будьте бдительны. Мы заходим на депо. И сейчас надо, из-за того, что тут... мы сейчас локатом пойдем, надо отпустить пантограф, потому что тут кончается контактная сеть. Так что мы должны сейчас отпустить пантограф, и мы сейчас это и сделаем. Все, мы отпустили пантограф, и можем, в принципе, выключать все уже азы, потому что мы находимся в депо, а в депо
Можем пока что вот связи отключать. Все, мы все отключили. И сейчас вот на катере едем до конца депо. Там, где будет надпись «Граница депо». Ну и плюс там еще вот выход на вот эту вот желтую дорожку. Вот. Все, закроем окошко. И можем на катиком идти. На катиком идем. Сейчас бы еще главное так остановиться, чтобы я мог на этот бортик запрыгнуть, но придется вниз слезать. Все, тормозим. Полностью отпускаем тормоз и на чулочку тормоза дадим, чтобы, если что, он никуда не укатился. Все, два гудка на прощание и можем идти. Потому что всего-то вот надо было его перегнать. Такая вот работа машиниста. Ну, как сказать, машиниста-перегонщика в депо, потому что все, что я делаю, это перегоняю в депо. Так что давайте сейчас дадим ключ. Ну и рацию я сдам вот туда на пост. Ну а с вами был я, Вася. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока.